Александра Суслова, Казахстан, Кустанай. Памяти деда моего посвящается. Когда 41-й пролился в июне безудержным ливнем свинца и огня, мой дед Бога в душу и в корень сплюнул, и был он гораздо моложе меня. Он ловко в портяночке ноги укутал, осталась привычка от финской войны. Пошел в кирзачах, дегтем смазанных круто, под гомон детишек до слезы жены. Он топал в пехоте на запад упрямо и мать поминал, хоть святых выноси. И смерти в глаза, видно, дерзко и прямо глядел, как могли мужики на Руси. Отметины ран и медаль за отвагу, и радость победы принес он домой. Он пил из ковша поднесенную брагу, и мелко контуженный тряс головой, и горе хлебнувши по полной и слишком, оно не спешило пройти стороной. Он после войны народил уж парнишку, что было кому присмотреть за страной. Коль был бы живой, отмечал бы столетие. Пусть знает мой внучек, играя в войну, прапрадед его по-мужски в лихолетие сумел защитить и семью, и страну, презрев обогренные кровью медали. Потом ту страну на куски разодрали.